22 апреля 2023 года. Вот мы пришли до моста. Там река приблизительная. Говорят, что он 940 метров. Почти километр. Вот эти сваи, три быка в одну заложены. Это пятеро в воде стоят. И двое там на том конце еще дополнительные. Вот что-то люди приехали тут и идет съемка. Что оно означает? Что-то уровень воды тут вымеряют. Общество на одном месте. Тут у них машина. Вот они приехали на машине. Давно-давно они тут стоят. Вот машины идут по мосту. Там есть надпись «Барнаул». Вот так. Мы каждый день ходим здесь, заходим на первые три ступеньки и молимся, чтобы Господь сохранил мост. На такой мост недруги могут покушаться в любую минуту. 126-й псалом, 1 стих говорит, напрасно бодрствует страж. Там патруль ходит, если Господь не охранит. Вот я и хотел здесь сделаться штатным посетителем, который молится каждый день. Мы приходим и молимся, чтобы Господь сохранил над этой прекрасной обью, прекрасный мост. Три дорожки в одном направлении машины идут, и три в другом. Вот они, это мужики, стараются. Вот три мужики. Что это? Вот так. Сегодня суббота. А чего помаленьку тут жизнь степлится? Ходят тут. И вот они как какие сваи. Не долбят, как баба забивает, а сверлят. И в эти отверстия туда уже, видимо, горячий катанный профиль. Толстый, я не знаю сколько. Толстая. И делают как готовые под сваи. Опускают туда, просверлили. Земля не содрогается. Тут еще и закрепили плитами. Вот машина идет. Еще не видно, ты можешь. Видать, не видать. Что-то они вывозят. А что они там вывозят? Значит, надо что-то вывозить. Может, тут будет дом большой, а это под ним гараж. Люди работают. И работают здорово. Вот тут Знаменский монастырь. Во славу Божию. И крест тут хороший, без всяких выкрутасов. Вот. А там дальше храм на кладбище Иоанна Предтечи, как говорят. Мы были там, снимали. Я хожу не один. Сестрой. Вот на той стороне там снег еще. Снег. Это быки стоят. Вот матушка. Барнаул, я съездил по всей Европе, Скандинавии, Прибалтике. Библиотеки книги мои дарили. 650 библиотек получили дар.
в Америке ездил. Ну ничего, для моего, конечно, сердца. Лучше Барнаула не знаю. Во всех отношениях город прекрасный. И тишина тут, ни захвата заложников нету, ни взрывов. И со всеми другими, я православный христианин, хорошие отношения со всеми другими вероисповеданиями. Глава администрации, тут у меня близко знаком был, трагически погиб. Мы одногодки были, Баварин Владимир Николаевич. Интересный человек. Парторг моторного завода, что ли, вроде был. Ко мне приезжал на дом, я получил расчет от государства за то, что у меня изъяли с его снимки, там есть, мы по рукам ударили, поцеловались, и все. Волобоев Александр Павлович, корреспондент «Алтайской правды», зафиксировал. А Логинов был Олег, «Золотое перо». Он написал статью, Лапкин предпочел храм недвижимости. Вот как. А тут везде, вот кому надо, пожалуйста, 150 рублей плати и катайся. На сателлит тут их около 40 штук в разных местах. Вот так. Вот мы побыли и разворачиваемся. Что на него, погрузить что-то успели? Да нет, вроде нет, погрузили. Что надо?